все мы очень хотим иметь здоровые, красивые волосы. И вот как раз кератиновое восстановление обычно приходит нам на помощь и дает прекрасный результат. Но, к сожалению, полный салонный вариант у нас дома не получится сделать. Дело в том, что он состоит из двух этапов. Первый этап – это прежде всего напитка волоса кератином, специальным составом. Мы на чистые волосы наносим специальный состав, ждем 15-20 минут, иногда полчаса, в зависимости от фирмы, после чего смываем состав и наносим следующий. Собственно говоря, этот следующий состав и обволакивает полностью волосиночку, и этот состав потом и запаивается специальной плойкой. Но в домашних условиях понятно, что последний этап мы сделать не можем. А вот напитать кератином наши волосы – это запросто. Нам для этого нужно взять всего лишь одну столовую ложку обычного желатина, залить двумя столовыми ложками молока, дать постоять желатину буквально полчаса, после чего добавить туда один куриный желток, хорошенечко перемешать и уже эту смесь наносить на чистые вымытые волосы. Держим мы эту смесь около часа, после чего хорошо смываем. Делаем процедуру хотя бы 3-4 раза на протяжении 2 недель. И вы увидите, что ваши волосы действительно стали лучше. Привет, друзья! Если вас заинтересовало наше видео, то оставляйте свои комментарии, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе того, что здесь происходит. И все будет добро!